Здравствуйте, наши любимые подписчики, на канал заходящие. Рады всех приветствовать с весенним утром вас, с позитивным настроением. Посмотрите, какую красоту я вчера сделал. В общем, довел до ума пятачок для наших любимок. Маруська тут же прыгнула, заценила. И Гошечка тоже вот сразу залез сюда. Маруська, друзья, на диете. Две тарелки вот стоит. Пусть питается по остаточному принципу. Травушки там, что кого. С каждым разом мы даем ей поменьше, поменьше. Плюс я тарелки поставил возле Гошки. У Гошки нет склонности, как сказать, к полноте, друзья. Вот он жует, но он не полнеет. А Маруська как-то полнеть начинает, да? Поэтому решили ее на диетку подсадить. Она, если честно, и не очень. Вот она до травы, до своей, до любимой. Друзья, я очень рад, что вы разобрались с разрешением. Многие мне пишут: Сережа, спасибо, я не знала, что можно поменять там, или знал. Друзья, я рад, что вы сообразили и получаете удовольствие теперь. Ой, целый день вчера вот с этим пятачком возился, друзья, вот представьте. Если под ним цветом покрасить, ладно, а то ж кисточку 100 раз помой, другой цвет. Да еще во дворе тут убирался, покосил всю траву, поубирал, деревья обратно взбодрил. Вон Маруське какой сток сена насобирал. Сейчас она покушает, я ее ознакомлю. В общем, друзья, все прекрасно и хорошо у нас. На днях скоро будет стрим. Я анонсирую. Не пропустите. Маруся сначала боялась выходить на улицу. Выскочит и обратно в вольер туда. Ну, а сейчас уже спокойно выбегает, забегает. Поняла, что никакой угрозы в этом нет. До чего они, обезьянки, очень осторожные. Очень такие, 100 раз проверят. Вот даже к человеку. Чтобы подойти ей, к человеку, она... Сначала подойдет, допустим, на 2 метра, потом на 1,70 м, друзья, на 30 сантиметров поближе, потом на 1,50 м. И вот так вот будет раз несколько подбегать, 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 поближе, поближе, расстояние укорачивать. Это так смешно и интересно наблюдать. Опа, Гошка тарелку себе подвинул от Маруськи. Ой, смешные такие. Марусь, ну что, тебе нравится, как папа сделал? Смотри, красота какая. Марусенька. Ой. Да. Цветное все. И ходит и не поймет, что это такое. А, друзья, краска не высохла немножко, да? Маруська руки запачкала. Где-то в каком-то месте не высохла краска.
ничего, протрем ручки. Ты далеко, красавица, так аккуратно крадется. Она стройку полюбила. По стройке лазит тут и наверх, и туда, и сюда. Че, Марусь, в краску, да, запачкала руки? Там, друзья, в дырке, в блоке паучки какие-то. И она там это... постоянно за ними охотится. На дерево залазь, Марусь. На дерево повыше залазь. Че, Маруська, все новое, неизведанное, интересное, да? Я поубирал блоки ниже, поскладывал. Скоро стройку тут буду начинать для них. Строить буду вольерчик такой летний. Ну, чтоб у них был домик еще на улице. Все здесь до ума доведу. Маруська ознакомливается своим домом. Делаю все, друзья, чтобы во дворе был тоже такой закуточек, чтобы если дождик пойдет, крышу здесь сделаю, все сделаю, чтобы можно было завести, в то же время быть на улице, чтобы они могли заскочить под эту крышу и там играться. Ну, работы много, конечно, друзья, но ничего, потихонечку, потихонечку. Меня много спрашивают, а как у тебя то, а как у тебя это, а как ты успеваешь это, а как ты успеваешь то. Друзья, я открою вам секрет. Если что-то делать, друзья, то что-то будет. Представляете? Вот. Просто-напросто надо встать с дивана и что-то сделать. А не мечтать там о небесных кренделях, как говорится. Это вот для тех, кто думает и ждет манны небесной. Крошку, кстати, укусил клещ, друзья. Как она подзаболела. Наташа ей какой-то укол сделала. И она, это, нормально все стало с ней. Ну, как бы, все равно. Она прибаливает, вот, кроша, вот, наша вот эта рыженькая. Ну, Наташа знает, и она что-то там, ей какой-то укольчик быстренько сделала. И собака... А пришла с работы, я на работе был, у собаки пена со рта, не поймет, сразу же и нашла клеща на ухе у нее. Побежала в ветаптеку, купила лекарство, вколола, и собака тут же отошла. Ну, это уже Наташа знает просто. Симптомы и вот это все. Когда опыта нет, конечно... Очень часто собачки и погибают. Пока разберутся, пока повезут в эту аптеку, там время уходит. Наташа просто знает, что надо, сразу же вколола, и собака на глазах ожила. Вообще уникальный иммунитет у них. Это... Вроде смотришь, порой все, уже не выживет, кажется, да? Стоит что-то чуть-чуть помочь им, организму, и уже они на выздоровление идут. Гошечка наш покушал, слазит вниз. Слазь, 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 не жадничай, слазь, пусть покушает тоже, слазь. Иди проверь, где я покрасил, что я сделал, все попроверяй.
Пусть Маруська покушает тоже. На солнышке классно, да, Гошка? Хрю-хрю мой. Ой, хорошо на солнышке, грейся. Вчера я с ними погулял только утром, и то Маруська нашкодничала тут с это с клепкой, подрались, и я их пришлось заводить, потому что, ну, я работаю, мне некогда. За Гошку я уверен. А вот за Маруську не очень. Маруська просто из-за любопытства лезет везде. И поэтому, друзья, доли секунды, как говорится, и она вроде бы рядом, вроде бы с нами, да, но доли секунды, и ничего не успеваешь сделать. Они подрались за долю секунды. Там бы никто не успел. Да если только ее привязывать, а привязывать я не хочу, друзья. У меня только ребенок освоился, вот по сути, без этих веревок. Он только начал понимать, что такое жизнь, что такое жить не на привязи. Поэтому возвращаться к старому мы не будем. Марусь, залазь покушай, там Гошка не докушал же. Там много вкусного. Белка вообще это полюбила так. Гошку постоянно к нему подходит. Гошка хорошо реагирует, не прогоняет ее. Вот она, наша Рокси, пришла поздоровалась. Роксичка. Эх ты. Роксички пришла. А, Рокси. Хорошая собачка. Поздоровайся с Гошей, поздоровайся. Рокси аж вся блестит, переливается. Гоша, я не знаю, зачем, мать тебе, одела эти штаны? Давай-ка их снимем, а, заяц? Друзья, я снял с него это памперс. Я не знаю, почему мама. Мама с утра в вольере убиралась и одела ему шорты с памперсом. А я... Он даже не успел ни пописать ничего в него. На улице он не нужен. Надо было снять мне. Какой ты молодец, Гош. Знает вот места, да, его вот тут место, на пятачке и там на углу. 3-4 места, где Гоша любит сидеть. А ну где сделай, ласка, красиво лунную походочку, давай. Ой, ласка, ой, как красиво умеет. Ой, молодец-то какая, ой. Ой, ласка у нас какая умная. А красиво сделай, сделай. Сделай красиво лунную походочку. Да ты ж моя хорошая.
Марусь, крошечку не трожь, крошечка больна, заприболевшая. И когда крошу клещ укусил, друзья, я сразу же во всем участке побежал траву косить, убирать, потому что это очень опасно. Марусь, виноград не трожь, не трожь, не трожь. Что там интересного ты нашла? Поправь ровненько, не надо, не надо, Марусенька. А, ей нравится трава с семенами, понял. Виноград она не трогает, она... Там трава внутри, уже семечки пустила, друзья. Она вот эту траву с семечками выедает, додельница. Да, 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 траву. Ну пусть, ладно. Марусь, давай поправим обратно, давай. Папа поправит виноградик. Маруська по всему огороду. Крошечка, моя девочка, моя зайка. Вот она, моя хорошая. Ничего, все, все будет хорошо. Мама еще укольчик сделает, глюкозки, витаминчиков тебе. Так, она аккуратно на полусогнутых по этому огороду ходит. Смешно так, проверяет, проверяет. Можно ли, нельзя, прям на крадется, как затаившийся дракон. И я заметил, она это траву такую кушает, где много семечек, друзья. Где вот семечки уже пустила трава. Вот ту траву она и кушает. Персик гашусь. Кушай. Не, Маруське оставишь. Хорошо. Хочешь, я тебе водички сюда дам? Принесу. Сейчас принесу. Вон, Гошенька, в ковшечке водичка. Марусь, прыгай, кушай сюда тоже. Слышишь? А, с Роксички. Любительница поиграться с Рокси. Рокси, кстати, не против. Марусь, только туда не лезь. Там дверь закрыта, правда. Вчера там ты отхватила. Получила неприятности на свою голову. Там Гошкины вещи, Маруська. Да. Попрыгушка. Иди к Гошке, залазь, да сиди там. Кто там? Мама в окошке, да, Маруська? Эй, мама. Помаши маме ручкой. Где мама? Маруся, а мы когда в ладошки будем учиться хлопать, а? Ладушки.
Друзья, потихонечку ее обучаю ладошки хлопать. Сейчас она расслабится. У нее нервная вот это пройдет. Она поймет, что она дома. И мы тогда будем обучаться ладошечки хлопать. Да, Марусь, со временем? Ладушки играть. Гошка этот пятачок залюбил. Хрю, подтвердил. Друзья, рановато я их сюда запустил. Вон, не досохла немножко краска. Чуть-чуть не досохла. Я думал, быстро так высохнет. Нет, не досохла. Ладно. Гошки, вон ноги в краске все. Слазь, пойдем погуляем по огороду. Пойдем, хватит. Она, друзья, вот видите, какая-то быстро высохла краска, какая-то не очень, практически высохла. Такие отпечаточки поподелали свои, еще и интереснее. Маруська, нельзя на черешню, нельзя, на черешню не разрешаю. И так уже, друзья, попохлопала она здесь этой черешни. Какие кадры замечательные. Нельзя за ножку тянуть. Зачем? Играйся красивенько и хорошо. Больно не делай никогда. И собачкам занравился этот пятачок. Постоянно вот на этом мостике лежат. На солнышке греются. Крошка, конечно, прибаливает, видно по ней. Гошечка, пожалей крошечку, пожалей. Крошечка приболела, пожалей крошечку. Ой, мне так нравится, когда Гошка вот так садится на ножки. Ножки вытягивает. Такой смешной. И он долго на солнце не сидит. Вот посидит, посидит, погреется, знаете, и жарко становится, в тенечек уходит. В тенечке посидит опять на солнышко. Он процесс этот регулирует хорошо сам. У него еще тут зонтик есть. Такой и полутень. А Маруся как в джунглях прогуливается. Надо ей пойти показать этот сток сена. Че, Гошка, ну не в краске, да?
Ну ничего, папка ототрет тебе эти ноги, не переживай. Такой солнечный ребятенок. Друзья, туда вовнутрь, вон, я туда сено накидал, там тоже прекрасно и хорошо. Кому-то, если понравится, вовнутрь пойдет, посидит. Там и прохладно, и сено есть. Туда кроша забегает в основном, да, крошечка моя? Да моя ты зайка. Вот сюда, в ухо. Клещ укусил ребенка. Марусь, ты далеко? А? Давай в Шкоду там не залезь только, ладно? Маруська все больше и больше мест познает. Крош, ты б в тенечек лучше пошла бы, в тенечек села бы, да сидела. По жаре не ходи. Иди туда вон, вовнутрь, в домик. Гошка такой послушный пацан. Марусь, вон сено есть. Давай папа тебе покажет. Смотри. Ой. Марусенька, смотри, заяц. Лянь, Марусь. Лянь, сено сколько. Ля. О, сено сколько. Играйся. Играйся с сеном, Маруська. Пусть сама все разведает, все поймет, все увидит. Ей все хочется, все, друзья. Мимо Рокси пройти-то нельзя, да? Это Рокси вот много позволяет собачка. Клёпка вообще ничего не позволяет. Вот сказано, разные характеры. Одна собачка играется, подходит, другая вообще на расстоянии держится. Что, Марусь, новый домик нашла, да? Марусь. Гошка перешел в другое место. Ночку не гоняй, Ночка хорошая собачка, не надо. Ночка никогда не агрессирует. Всегда такая тоже дружелюбная, но держится немножко в стороне.
Гош, чё ты туда-сюда, а? Что тут посидишь, что там посидишь, а? Хорошка моя. То тут, то там. Гош. Повернись, я сфотографирую тебя. Чик. С собачками и с Маруськой. Чтоб все в кадре были. Чё, Рокси? Да ты у Гошки проси защиты. Гошка рядом. Ой, друзья, великолепные кадры. Чё, белка тоже хочется, да? Тебе тоже хочется, да, белочка? Чё ты, попрыгун мой? Кошка опять на пятачок. Туда-сюда. Ну и правильно. Для этого папа и сделал, чтоб ты туда-сюда и лазил. Вокруг да около. Наверху еда, внизу трава. Тут все есть. Все под рукой, да, Маруська? Маруся и Персик. Ты повыше можешь залезть. Друзья, не стал я им пока ей делать полочку. Не знаю, мне... Я прочитал комментарий. Мне написала женщина одна. Не помню. Словец Екатерина, по-моему. Да, она сказала правильную вещь. Если Маруська привыкнет лазить по винограднику здесь, да, и полочку еще к тому же сделать. Ну, просто вот молодой виноград, он здесь расти не сможет. Она, ну, просто не даст ему вырасти. И так с этим что-то надо будет делать как-то. Ну, пока что он молодой, вот. Но в будущем, конечно, надо смотреть, чтобы Маруся ничего здесь не ломала. Все же для них делается. Градусов 22-23 на улице. Тепла, друзья. Великолепная погода. Прям не хочется уходить. Друзья мои, будем заканчивать видео свое дневное. Всего вам хорошего, всего вам самого наилучшего, всего вам доброго. Я вас всех обнимаю, я вас всех люблю. Спасибо вам за позитивные комментарии, спасибо вам за все, спасибо вам за то, что вы приходите, смотрите нас. Мы вас любим, ценим. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. Пока-пока.